Я сегодня пью один, потому что не выходит ни хрена. Да и в общем-то не нужно. Меня бьют, и я бегу. Мне дают, я отбираю. И от этих катаклизмов не особенно страдаю. Захотел и получил, а не дали, так тем лучше. Не особенно уж крут в этом вашем данном пуче. Историю я точно знаю, просто я настолько запомнил, потому что мне рассказывали совершенно серьезно, откуда ты приехал, все люди, которые приехали ко мне откуда-то домой, значит, рассказали, что я живу на каком-то старом заводе, по ночам, значит, сижу на крыше, вою, и, значит, там таз, значит, такой огромный, на котором цепями прикованы медные кружки, и все оттуда, значит, пьют пиво, значит, черпают, значит, и все это мне рассказали так серьезно, я даже не знал, что сказать. То есть... Это правда? Да.
интерес. Завтра возьмут, это известно. Завтра побудешь и снова в кровать. Завтра разбудим и снова бежать. Только я хожу один, как заплаканный пингвин, как последний армянин. Кто-то теряет, кто-то находит, кто-то приводит, кого-то уводит, кто-то орет, ну а кто-то кричит, кого расстреляют, а кто-то молчит. Только я хожу один, отмороженный пингвин и раздетый, как кретин. На этом треке, проделав крюк, всегда не знаешь, когда каюк за горизонтом. Завтра узнаешь, что тебя ждет. Завтра обратно.